Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и, собственно, это Floating Sandbox. Просили британик по прошлым комментариям видео. Ну, собственно, кто не знает, что такое британик, это корабль, вроде бы как компании Англии, который шел из Лондона, но подорвался на блуждающей немецкой мине в 1916 году, могу ошибаться, собственно, который также пошел ко дну. И, как факт, он утонул где-то примерно за 50 минут. Мина взорвалась в правом борту. Вроде бы даже начался пожар, и британик упал полностью на бок. Попробуем посмотреть, как это было. Попробуем воспроизвести. Так, перезагрузим текущий корабль. Установим, наверное, я думаю, бомбу с таймером. По левому борту, на блуждающей мине. Нет, это бомба сейчас... Я поставил не ту бомбу, короче. Надо радиоуправляемую бомбу, вот так. И мы ее теперь, активируем. Как быстро пойдет ко дну британик, я не знаю. Но, по крайней мере, фокус должен удастся. Он должен упасть на правый борт. На правый борт. Так, если это секунды считаются за минуты, то, в принципе, мы почти уложились. А эту бомбу можно подорвать, кстати? Нет, мы ее не можем поджечь. Фитиль в воде не горит. Правый борт, да, падает полностью. Многие ругались на прошлое видео. Ребят, я не поддерживаю ничего плохого и очень сожалею прошлым событиям, что творились в жизни. Мы просто пробуем воспроизводить. Просто посмотреть. Представить, как это могло быть. Ну, собственно, все. Британик пошел ко дну. Так, я предлагаю сейчас перезагрузить текущий корабль. А, собственно, взять теперь вид сбоку. То есть вот так. И даже запустим двигателя. Полный ход. Управление берем. Так, радиоуправляемая бомба. Ставим ее, наверное, где-то вот здесь. Ух, достаточно здесь. Она выглядит большой. Невероятно. И активируем. Это слишком большой взрыв. Это слишком был большой взрыв. Стоп-машина. Смотрите, даже трубы, короче говоря, отломило. Ну ни хрена себе. Интересно, а британик также успешно и быстро пойдет на дно? А двигатели могут работать? Невероятно. Собственно, затоплено всего лишь 3 отсека, и даже есть шанс откачать эту воду. Так, насосы не работают. Не работают насосы. Так, ну ладно, давайте тогда ускорим этот процесс и поставим еще одну радиоуправляемую бомбу. Вот сейчас, посмотрите, как вода начинает заполнять шлюзы. Заполняет все отсеки. Да, идет вообще просто дикое переливание. Стоп-машина. Все, ну здесь уже без шансов. Кстати, да, вот эта небольшая, маленькая пробоина, чуть ближе к середине, я бы сказал, да, на одну четверть. В принципе, корабль даже оставался бы на плаву. А смотрите, мы установили бомбу и взорвали ее на носу. И корабль сразу же пошел на дно. Невероятно. Так, ну, давайте, короче говоря, посмотрим. Удар об дно. Я думаю, если он сейчас не переломится, он, по идее, не должен переломиться, должен долго тонуть. Если он ударится об дно, это будет просто колоссальный удар. Если мы еще и сюда попадем. Генераторы вышли из строя.
мы даже перевернулись. Серьезно. Британик даже перевернулся практически, почти. Не совсем, да, но чуть-чуть оставалось. Надо было его чуть-чуть вот так вот взять, там есть инструмент плоскогубцы, и перевернуть. Хотя вроде плоскогубцы они просто ломают. Прямой удар. Или все-таки нас перевернет? Некоторое количество воздуха еще остается в корабле. Даже возникло цунами. Откуда? Етиш. Это что? Ну, как всегда. Как всегда у нас что-то случается невероятное. Сигнал СОС. Оу, посмотрите, мы, короче, даже вот в эту яму можем попасть. Нифига себе. Ну все, здесь крайний удар будет очень жесткий. Носовая часть просто должна войти, блин, в задницу этого корабля, я не знаю. Хотя нет. Удар. Удар. Нос полностью разрушен. Ну, собственно, я ожидал, конечно, более сильного какого-то удара. Но, как оказалось, все вышло не настолько и плохо. Собственно, самый первый такой, знаете, значительный удар получил нос. Далее мы упали на днище корабля. По инерции у нас переломило хвост. Ну, а в целом, ну, как-то так получилось. Короче, вот такой эксперимент с Британиком. Пальчик вверх, подписка на канал. Вас ждут еще скоро новый интересный эксперимент.